Ну что такое? Тебе холодно? Придется потерпеть. У нас с тобой сегодня важное дело. Вот. Это тебе. Это дочки мои. Ну вот. Сегодня я назову твое имя. Но повторит ли его богиня? Обычно имя ребенка называет мать, когда она у него есть. Приходит вся деревня, а матриархи ведут обряд. Но мы-то изгои. И все же мы будем жить по правилам. Чтобы не стать безбожниками, как предтечи, которые отреклись от богини. Это и привело их к гибели. А нам остались чудеса творения. Звери неба, воды, земли и скалы. Одно дело зверь из мяса. Другое – машина. Охотник должен уважать их силу. Я всему научу тебя. Однажды. Матриарх Тирса? Зачем она пришла? Запретить мне провести обряд? Нет, нет, нет. Встань с колен. Пришло время. Не молчи. Со мной ты можешь говорить. Вы пришли дать ей имя? А разве не ровно полгода минуло с того дня? Но мы же изгои. Ты по своей воле, а она, ну... Я верховный матриарх. Благословляю кого хочу. Большая честь. Да, да, ну иди. Имя-то готово? Давай. Великая мать, это дитя нуждается в собственном имени, чтобы твоя любовь грела ее, как восходящее солнце согревает землю. Назови имя! Элой! И дитя обрело свое имя. Прекратите сейчас же! Что ты сделала? Благословила наречение ребенка. Упрямица, ты зовешь это ребенком? Что она тебе рассказала про это, изгой? Отвечай! Я лишь сделал, о чем вы просили. Просили воспитать, но не просили любить. Хватит! А ты благословить ее имя. Я должен служить им. И тебе. Я рядом. И пойду за тобой, куда хочешь.
Элой! Элой! О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще немножко набери. Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Узковато, но вроде можно пролезть. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Что-то виднеется. Что это?
Мертвец. Вон там что-то блестит. Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? Поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Штука, как я нашла. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя со спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш. Thank you.
А чего они умерли? Что случилось? Элой! Элой! Он меня нашел! Раст меня нашел! Я здесь! Хвала великой матери! Скорее, хватайся! Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я! Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны? Нет! Ладно, раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Свой лук. Лук? Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Да, они горькие, зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Эта долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Машина, пригнись и живо за мной в заросли. Тихо! Не высовывайся! Мыши! Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться, иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай, как я. Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми.
Стоп! Еще один! Подожди! Так, теперь за мной! Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись, шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Кто это? Отвернись. Почему он там? Тэп! Куда тебя понесло? Тэп! Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! А зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся, мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Да, молодец. Годится. Идем. Иди сюда. Хватит дурака валять. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь. Заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Элой, брось ко мне камень. Брось камень, чтобы подманить рыскаря. Брось камень, чтобы подманить рыскаря.
Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. Забери из него детали. Да, хорошо. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Из стебля выйдет древко, из металлических деталей — наконечник. Можешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Так, сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, кто неосторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Емкость на спине. Это его слабое место. Да. Еще! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем быстрее! Поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Yeah.
Надо идти медленно, не шуметь. Иначе они не заметят. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень.
Закрой свой рот. Уходи, безродная! У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли!
Раст! 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 Где он? 2 дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Это на него не похоже. Thank you.
это всегда пригодится. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали, и встретимся там, у северных врат в сердце матери. У северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной граты кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат.
Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Искала твои дары среди камней, среди деревьев, но не нашла, чем насытиться. О, мать, когда мое имя прозвучало у горы, ты не повторила его в ответ. Ты оставила его себе. Ну да, пуст мой живот, и мои руки пусты, но я знаю, я в твоих объятиях. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания, разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Не волнуйтесь, будут кролики. Великая мать, я слышу твой голос в шуме ветра. Я бы сосчитала твои дары на четках, но я потеряла их на восточном утесе. Мои старые кости слишком слабы, чтобы вернуться. То есть теперь вам нужны кролики и четки. Ладно, ждите меня в лагере. Как бы об этом не пожалеете.